На самом деле, когда мы говорили с Женей Бэткомедианом, я ведь Жене предлагал, я говорил, давай я тебе как продюсер дам денег, и ты снимешь кино. Абсолютно честно, не в смысле, что я хотел как-то съязвить, и он мне сказал, Сарик, я не могу снять кино, я профдеформированный человек. То есть он говорит, я наоборот ищу в любом фильме специально ищу изъян, чтобы сделать из этого шоу. Понимаешь? И, кстати, получается талантливо, согласен. Вполне. Я просто тебе про то, что это уже кто что ищет.